Мы начнем или что? Или так и будем гавкать? Не-не-не-не-не. Прям как Панин, да, говорит? Ладно, давай к истории. В общем, я купил себе круиз. Ну, типа, ну, как бизнесмен, все, да, это такой круиз бассейну, вместе, да, с бабушками вместе. Ну. 5000 бабушек наловил. У нас были, значит, круизы, соревнования на колясках. Я так его догнал. Нет. Там были соревнования вокруг того, чтобы съебаться от него просто. И самое важное, что... А он... Бабули, бабули! Я лучше сдохну, и, блядь! Это новый телепроект. 5000 бабушек. Один Прохор Шаляпин. И один сухой язык, нет, пожалуйста. Нет,